Так, это я где? Это что за кровати тут? Это что у меня за форма? И у меня какой-то номер на спине 277 и спереди 277. О боже, сколько народу! Ё-моё, это что, тюрьма такая или что? Какое-то время идет. Какие-то значки непонятные. Не понял. Ариша! Ариша, ты что здесь делаешь? Папа, я не знаю, как я сюда попала. Так, погоди, надо посмотреть, Риты тут случайно нету? Рита! Рита, ты что здесь делаешь? Я так же, как я, случайно здесь. У тебя номер 100, прикольно. Ариша, у тебя какой номер? 379. У тебя самый большой номер из нас. Рита сотка, вот это тебе повезло. Ну, смотрите, там, короче, толпа заходит туда. И потом, давайте смотрим. И они все исчезли. Ё-моё, через 40 секунд новая партия. Девочки, Рита, где ты? Рита, Арина, вы где? Вы где? Папа, ты где? О, Арина, тебя нашел, держись меня. Вот он я, да. Рита! Рита, ты где? Я тут. Где? Я тут. Где? Прыгаю. Так. А, вон, нашел, наконец. Бег быстро, есть тут шифт там, не знаю, как у вас. Так, девочки, ну давайте, смотрите, через 1 секунд что-то произойдет. Пойдем? Пойдем. Давай заходим, посмотрим, что будет. Так, 10, 1 секунда и... Телепорт. Смотрите, надо бежать к двери. Все рванули к двери. Это те, кто телепортировался. 100 человек. За один раз. Бежим к двери. О, Рита вообще впереди. Арина, ты где? Давай. Я в самом сзади. Сзади ты? Хорошо, давай, не лагай. Я тебя подожду. Я не лагаю. Давай. Так мне двери идется. Ясно. Сейчас, короче, будет лестница направо. Поднимаемся и по ней. Надо будет за несколько секунд добежать. Это мне уже сообщили. Арина, главное, чтобы ты успела. Так, здесь наши подписчики, много людей, много знакомых лиц, вот с твоим лицом тут девочка даже, вот у нее футболка твоя, так, кто тут, и жираф тут. Дверь открылась, пошли! Бежим! Так, сюда, в эту дверь, а потом мимо вот этих штук, и поднимаемся наверх, тут чуваки с автоматами, нифига себе, они нас караулят, 30 секунд, чтобы добраться. Девочки, давайте вперед, где вы, где, поднимаетесь по лестнице? Да! Отлично. Отлично. Так, сюда, 22 секунды. О, Рита зашла. Так, Арина, где Арина? Арина! Ты, а вот она ты. Все, отлично. Хватит целоваться с ним, 13 секунд, пошли. Пошли. Смотрите, что происходит, какая-то чернота. Пап, я боюсь. Не бойся, тут человек с маленькой головой, все нормально будет. Дверь открылась, и мы в пустыне. Внимание, девочки, здесь можно бежать только, когда она отвернута. Все, девочки, готовимся к старту. Сейчас она отвернется, и надо бежать. Погнали! Стой! Ой, повырубало людей! Их отстрелили! Кошмар какой! Ой, не шевелитесь, пока она повернута! Бежим! Стоим! О, все замерли, ни одного не подстрелили! Бежим! Выжить надо! Живы? Я да, я тоже. А я нет. Я погиб. Я буду... О, я за Ришкой наблюдаю. Отлично, так. Один ритушка. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Жираф. Девочка. Мальчик. Девочка. Мальчик. Рита, привет, номер 100. Рита тоже уже окочурилась. Где Арина? Вот она идет. Давай, Ришка, выживи. Это похоже на игру Лиса. Да, это игра снята по фильму «Игра в кальмара». Не знаю, что это значит, но... Есть, ты добралась, Аришка, вот это круто, тебе повезло. Ага. Ну что, нам придется понаблюдать за Аришкой, чтобы она выжила. Вот, все, посмотрим. Итак, Ариша, я за тебя болею. Рита на небесах тоже за тебя болеет. Ты готова победить? Да. Давай, попробуй. Сейчас нужно будет приготовить тортик. Или печеньку. Я постараюсь. Давай, попробуй. Фунтик, это плохо. Его сложно вырезать, лучше треугольник. А, тут надо выбирать дверь. Рита сказала, что... Папа, завтра вырезать плохо. О, голос небес. Так, Аришка, все, наблюдаем за ней. Она начинает вырезать, у нее руки трясутся кверху. Глаза выпучены, рот открыт, ножки болтаются. Давай, села. Лепит печеньку. Мы ничего не видим, но она трясет головой.
что тут происходит. Вот все, все делают. Ариши надо проводить по краю печеньки. О, нет! Вот она лежит. Так, Ариша пришла. Как ты? Что произошло? Почему тебя там чувак застрелил? Потому что я неправильно сделала печеньку. Да ты что? Сделал неправильно печеньку, тебя пристрелили. Какой кошмар! Мы куда попали? Ужас какой! Рита, ты где? Девочки, ну что, собрались? Руки в ноги и пойдемте! 27 секунд до старта! Фух, я надеюсь, у нас все получится. Сколько людей упало. Ой-ой-ой-ой-ой. Рит, ты жива? Жива. Ариш, ты жива? Да, жива. Ах, так-так-так, главное выжить. Ой-ой-ой-ой-ой, как страшно же идти. Постою лучше. Постою, так безопасней. Главное дойти. За 2 минуты дойти и все. Постою. Я буду стоять. Все идут, а мне просто страшно. Ой-ой-ой. Меня уже нет. Ай-яй-яй-яй-яй, Ариша, как же так произошло? Я за тобой буду следить. Хорошо. Есть, кстати, шут. Так, я бегу тут, туда, я бегу обратно. Девочка в шоке просто. Так, я бегу смотреть, где Аришка. Да, я прошла, давай. Молодец. Не, я посмотреть на Аришку, что тут у нас. Я гимнастка. Ой-ой-ой-ой, что тут произошло? Ладно, попытаюсь выжить, Ариша, ради тебя. Так. Еще минута у меня есть. Так, минута есть, спокойно можно идти, постою. Ой, мальчика последнего. Влад, наш подписчик, его грохнули. Какой кошмар. Пробегусь. Кто выжил? Я выжила! Это хорошо, мы за тобой понаблюдаем. Рита отправляется дальше, а мы за ней будем смотреть, сможет ли она сделать печеньку или нет. Я выбираю треугольник! Надеюсь, у тебя получится. И страшное дело происходит. Стоит дядька без лица с пистолетиком, напротив него дочка Рита. Что же сейчас произойдет? Ей дали печеньку вылепить. Что ж, ждем, смотрим результат. Либо он поднимет пистолетик, либо Рита выживет. Смотрим. Выживи, Рита, выживи. Я делаю. Как успехи? Пока что все хорошо. Мы на тебя надеемся, мы все болеем за тебя. Поставили тебе лайкосик. Есть! Ура! Впервые мы пробиваемся в 3-й раунд. Смотрим Риту. Сколько мало людей? Посмотрим, сколько. Реально очень мало осталось. Что же ее ждет впереди? Смотрим. Тут опять чуваки. Это страшное перетягивание каната. Часть здесь, часть тут. Давай, Рита, мы за тебя болеем! Смертельное перетягивание каната, если... И вы грохнетесь туда вниз. Тяните! Рита, тяни! Тяни, давай! О, нет! Да, давай! Тяните! Вон, я вижу, чуть-чуть осталось. Так, ау! Да, мы выиграли! Ура, вы победили! Ну что, девочки, если подписчики напишут нам в комментариях, что давай, папа, дочки, еще поиграем, мы обязательно поиграем. Кстати, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Все, так, давайте просто что-нибудь поделаем. Ребят, всем пока! Всем пока! Так, девочки, давайте куда-нибудь. О, пойдемте в туалет, посмотрим, что там за туалет. Нормальный, нет, или весь испачканный. Так. О, тут лестница? Нет, это не лестница. Окей, это кровать, у меня номер 277, Рита. Пойдем посмотрим, что тут.
Не работает. О, можно перепрыгнуть в соседскую кабинку. Так, а тут проход есть какой-нибудь тайный проход? Нету. Жаль, я думал, может, есть какой-нибудь секрет.